30 ноября в App Store появилось приложение под названием My Ether Wallet, якобы создатели популярного среди пользователей криптовалют одноименного Ethereum кошелька. Как оказалось, новая программа не имеет ничего общего с разработчиками My Ether Wallet и является мошеннической, что не отвечает на вопрос о том, как такое приложение могло оказаться в App Store. Чтобы анонсировать выход поддельного приложения, мошенники даже создали на коленке фейковый блог с помощью платформы WordPress, где опубликовали две новости. Так все выглядело еще правдоподобнее. Покупателей данного приложения не смутило, что оно стоит почти $5, то есть 379 рублей, а информация о такой программе отсутствует на официальном сайте My Ether Wallet. Однако дело не столько в том, что недобросовестные разработчики решили нажиться на доверчивых пользователях. С помощью своего поддельного приложения они могли получить доступ к их эфириум кошелькам, что гораздо страшнее потери $5, поскольку многие хранят в своих кошельках десятки и сотни тысяч долларов. Не совсем понятно, чем руководствовались модераторы App Store, когда пропускали финансовое приложение, не проверив его связь с разработчиками кошелька My Ether Wallet. Да, все покупатели смогут подать заявку на возмещение денежных средств за купленное приложение, но если мошенники смогли завладеть их кошельками, ущерб окажется гораздо масштабнее, и Apple вряд ли будет что-то компенсировать пострадавшим. На момент создания этого видео фейковое приложение My Ether Wallet было еще доступно в российском и американском App Store. Будьте осторожны, берегите свою крипту и не доверяйте никому, даже Apple. Это было главное за 5 декабря 2017 года. Увидимся!